Наверное, нет в нашей стране человека, который не знал бы и не любил зонгов из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Кстати, как это ни парадоксально, Юрий Ряшенцев своих самых известных героев не слишком-то жалует, называя мушкетеров карьеристами, пьяницами, альфонсами, интриганами. Да, за мушкетерами, конечно, такой грех закрепился. Но все-таки поэт признает за ними еще одно неоспоримое достоинство. И это талант дружить, с которого из мушкетеров мы начнем. Но мне нравится изящная стилизация поэта в духе старинной французской баллады, которую исполняет Атос. Ну что ж, отвечаю по-мушкетерски. Желание дамы – закон. И на сцену приглашается обладатель 5 золотых медалей Всемирного чемпионата исполнительских искусств. Встречайте, Петр Елфимов. Всего 16 лет, таких изысканных манер во всем Провансе нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный граф. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, цветут. Невеста графа де ля Фер становится женой, и в честь графини де ля Фер затравлен зверь лесной. Охота в лес, трубят рога, супруги мчат к руке рука. Спасибо.